стояли на рассвете, когда белела мгла. Там были женщины и дети. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. И вдруг раздался голос детский, невинный, чистый и живой. Чулочки тоже снять не дядя, не упрекая, не броня. Смотрели прямо в душу, глядя трехлетней девочке в глаза. Чулочки тоже, смятение смутно произнес. Рука сама в волнении вдруг опускает автомат. И снова взгляд светился детский. Глаза к моей дочурке. Смятение смутно произнес, овеянный невольной дрожью. Нет, он убить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочку. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, а если бы дочь твоя вот здесь бы так легла? И это маленькое сердце, пробитое пулей твоей. Ты человек, не просто немец. Ты страшный зверь среди людей. Шагал эсэсэс прямо, шагал, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума сознанием отравленно зажгла. Снова взгляд светился детский. Снова слышится опять. И не забудется навеки. Чулочки дядя тоже снять. Спасибо.